Ржавые плоскогубцы. Лёля месила грязь и вымыла ноги в луже. Подписчики моего блога, канала, так сказать, да, видели, как у нас тут расчистили дорогу до самых домов. Офигеть, как расчистили. Глина и грязь. Я сейчас из-за этого шла в обход. Ферма, которую растаскивают на дрова, и не только местные, не совсем жители. Жрет водорослю, про которую я забыла. Водоросль Вакама. Кто бы мог подумать, что коты жрут водоросли. Любителям жратвы на камеру. Сюда какой-нибудь мелкий штатив, что ли, то рука уже устала. Вот, а я думала, они пропадут. Что-то хотела поесть, забыла про них. Они второй день стояли. Правда, воду я вчера слила. Вдохновить, если вы поесть после того, как увидели, как котик кушает.
Горки без малого 2 сотни лет. Вот тут у нас стеклышко случайно разбили. Вот. Ну и я приспособила кусочек учебника математики за 4 класс. Старый такой. Вообще обложка там с одной стороны только была. А я искала какую-нибудь такую картонку. В газетку и в пакетик. Мне так решилось, что в пакетике будет удобнее, удачнее. Ну и хоть у меня родня и считает, что тут типа ничего страшного, но хоть как-то так дырочку заделать. Вдруг туда влетит какая-нибудь бабочка на мой следующий приезд. Мухи, пчелы-то и ладно. Да и мухи-то нежелательно. В общем, вот. Я знаю, что тут или стекло менялось, когда-то бабушка говорила, или что-то еще. Ну, здесь уже отколото, отобрано, отрезано. А так довольно древняя горка. Питерская, ленинградская, петербургская. Я еще в комоде тут убиралась. В паре ящичках. Вот такой. Вообще, у меня раньше была мечта идиота. Если мне придется переезжать в другую квартиру, то горку, комод, то есть диван и стул я бы взяла с собой. Ну, так вот посмотрела, все-таки комод он ближе такой деревне. Меня бы, наверное, не только родня не поняла бы, но и вообще бы люди не поняли, что я вот это все хочу поставить. Тут 3 полочки. Я 3 года назад здесь разбиралась, так капитально в первой части. Внизу еще так что-то руки не добрались. Там кусок переноски кошачий. Там 2 полки с вещами. Но я думаю, может, в следующий раз уже мне дали добро, и я уделаю. Вот так. Не поверите, нашла карандаши даже цветные. По-моему, даже не распакованные, хотя не знаю. Но тут есть несколько листочков альбомных. По-моему, еще от моего старого альбома, который у меня конфисковали в благих целях. Благо, он тут остался. Карандашки. Может, что-нибудь порисую до автобуса пока, сидя. Ёжики. Ну и тумбочка, видавшая виды. Со всякими книжками не только. Нашел карандаши, о чем я уже говорил, и забыл, как выглядит этот самый Cubase. Не то, что у меня тут на ноутбуке есть Судзина, можно как бы глянуть, мне не с руки.